Пожалуйста, Митрофанов Алексей Валентинович, по поводу заявления о геноциде цыганского народа, включите, пожалуйста, микрофон. Я думаю, с течением времени мы будем открывать всю новую правду о войне. Вот вчера был показан фильм «Свои», где показано, как собранные из советских граждан полицаи искали и уничтожали военнопленных советских же. Ну, мы будем много нового узнавать. В том числе мы должны сказать правду о геноциде цыганского народа. Цыган, как и евреев, уничтожали безальтернативно, системно, без права всяческого выбора, только по принципу крови. Были уничтожены десятки тысяч людей. И практически никогда никто от германской стороны серьезно, отдельные, конечно, моменты были, но серьезно не приносил извинения цыганскому народу, не ставил вопрос о выплате компенсаций. И я думаю, что долг российского парламента именно, так сказать, эту процедуру начать. Прошло много лет, но факты системного уничтожения людей только по принципу крови, безосновательного, факты безосновательных, необоснованных репрессий должны оставаться в поле нашего внимания. Я не понимаю, почему Совет Думы и главная наша фракция маринует эту тему, так сказать, непонятно зачем. Зачем-то посылают Косачеву на рассмотрение там, Международного комитета. Да? Это факт, так сказать, нашей истории, факт мировой истории, факт постыдный для нацизма абсолютно и для Германии. Поэтому мы должны, так сказать, его поднять и действительно сказать о том, что произошло. Вчера был день скорби, 22 июня, и именно в этот день скорби мы должны вспомнить о десятках тысяч уничтоженных нацистами цыган. Поэтому я предлагаю поставить этот вопрос в повестку дня, потому что постановление прошло все процедуры, оно было на сайте Думы, оно почему-то посылается от комитета в сайт Думы туда-сюда. Ну, я думаю, что надо как-то согласовать это и вынести, и проголосовать. Другого пути нет, иначе это будет просто совершенно непонятно, и нету никаких оснований возражать против этого. Я, например, не вижу ни одного. Защищать нацизм, так сказать, когда мы все время кричим, вот он, так сказать, там, у себя ищем фашизм, но это был явный случай проявления, так сказать, нацизма в Германии со стороны германского правительства, и мы фактически как бы не хотим об этом сказать впрямую. Спасибо.